Исламская группа Умма Пророка публично выступила с восхвалением террористических актов, происходящих за границей. Лидер Уммы Абдулла Хусаин неоднократно высказывал одобрение по поводу взрывов, показанных телевидением США во время Бостонского марафона, передает телевидение Норвегии. Также в своем интернет-блоге Хусаин пожелал Бостону и всему США отправиться в ад, чтобы Аллах как можно скорее разрушил США. Чеченцев-братьев Царнаевых, подозреваемых США в совершении террористических актов, напротив, исламская умма пророка назвала настоящими львами, достойными подражания.